Модель 968. Запорожец. 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 Прежде всего, он отличается от своих и предшественников, и сородичей покрашечкой. Под лак. Чтоб придать своей лошадке хороший вид, я сюда поставил 205-ю резину. То есть это широкий профиль, расширенные, разваренные диски. Вот. Но потом, когда установил диски, что-то стало не хватать. Не хватать. Он стал похож на мини-джип. Стало не хватать моему мини-джипу кенгурятник. Слепил вот такой вот кенгурятник, поставил красивые галогенки большие. Дверь, проем сделал без форточки. Не стал ставить обыкновенные зеркала, а поставил от Сиерры. На капоте немаловажная роль – это итальянский сигнал. Мелодия называется «Сюзанна». Немаловажный фактор в этой машине – это люк. Можно и парады встречать, и охотиться. А вам я советую, очень советую, явиться ко мне, как говорят, с вещами. Торпеда в этом аппарате стоит от Audi 80. Руль здесь сделан из цепи. То есть каждое звено приварено. Чехлы здесь сшиты тоже под зебру. Моими руками. Преступник дважды покушался на одну и ту же машинку. Сиденья здесь тоже переделанные. То есть они, спинка убрана, чуть-чуть маленький подголовничек, так, чтобы салон весь просматривался. Установлены два динамика сзади на потолке. Откуда вообще появилась любовь к полосатым животным? Ну, зебра изначально это лошадь. А лошадь подразумевается здесь 40 лошадиных сил, то есть здесь 40 маленьких зебр. Почему не леопард или просто лошадь, а именно зебра? Ну, она изначально была белого цвета. Чтоб не было проблем с ГАИ, я решил ее выкрасить в зебру, то есть белую сделать с черным. Так и оформили в ГАИ, белое с черным. А для вас? Эта машина все-таки белая с черными полосками, либо она черная с белыми? Ну, наша жизнь все время белая с черным. Полоса удач, полоса невезений. Так что я думаю, она как раз вписывается в нашу жизнь. Хорошо, ну а шляпка, туфли, мобильный телефон? Это уже стиль жизни.